Здравствуйте, меня зовут Бадирова Наталья, мне 27 лет, я актриса, закончила Екатеринбургский государственный театральный институт в 2013 году у мастера Владимира Израильевича Дворманна. Также закончила курсы в 2019 году в школе Чехов Плеер по методу Чехова. У меня большой опыт, я играю в кино, снимаюсь в рекламе, снимаюсь в роликах, в сериалах. Также озвучиваю сказки, озвучиваю учебные ролики, сама снимала учебные ролики как режиссер. Играю в театре, у меня много разноплановых ролей, от маленьких девочек до роковых красоток или злодеев. Но чаще всего режиссеры дают мне роли простых, милых девушек, добрых. Хотя я считаю, что актер должен быть универсальным и стремлюсь к этому. Сама снимаю какие-то ролики, монологи тех ролей, которые мне интересны или которые совсем не подходят под мой типаж. Я была обречена на то, чтобы стать творческой личностью. Мои родители художники, и я жила всю свою жизнь в творческой, свободной атмосфере. И, наверное, именно это сформировало мой характер. Я не боюсь трудностей, я люблю идти к совершенству, но я не стала художником. Хотя я умею рисовать, и вот мы с моим отцом расписывали храм. Но когда мне было 14 лет, и я впервые стояла на сцене, смотрела на своих одноклассников, ребят из младших классов и рассказывала им что-то. Я играла Зимушку. Я вдруг почувствовала такую теплую энергию, и я вдруг осознала, что актерская профессия – это то, что мне нужно.